Эшлене жінте вешлі укша елмелі, анчах Чаваш енре улда пірлежі, эшлеген зене вун вежі миллион денге барзадатман. Шакна Чаваш республикен пушлэхі жөменче, эш укшене вғатлы тюлесы добатемлеген комиссия ларавынче балыртрыш. Шалок Евгения Пельдерхи Чак Вогатрибета Наштарзам в Адриге процент Чак на Булинде и Кширалла Яхан Жинту Башне видим гюня. Итларах чухне шуга юлны прилеж зем хайзене щене зене шалу бамаща. Калабар суор прилежи чук рашта у их земжен укща барсататна. Качал хин нарыз у их жен тюлеми ли юлнаха. Халя в зем тюлежу зем давашща. Страис свеща зем в ильме пошламала. Апла булзан щевых вогатра прилеживен жукшибете тех юре был маламар. А за инха прилежу еди лару друй лаяхлан мала. Вон вижи миллион деньги гивжинрен щурне парсататна. Садатна. Премьер Шурчулдар Шалу Гивчен не подерешен. В армарды каякежек фабрики где вы их ураган зеню мэнде парамра. Кожала вирус алхасны, малтанхи ердюши дэлешпе уголовлы эш пужарны тада иттыде. Но май салдава була в зень парами үссе-үссе бына. Чуваш республики министр зень кабинетин председателен Шуме Алла Салаева район ердюлюхне тада ергелі хуралынде дырышаган зене в армар зень шиева жидывне шивых вохотра тацаба малыне галаря. Ларура гускатна тебрыйду хырши тюле себе жиғынна. Пельдер уды уехен Ремежен день Чувашинре профессиле тубыжа налуху мавышлареш. Валытлара хыземделлен эшлеген зене бұрса деветь. Шинзене сағал налук тюлезе сакунлы майба вайхума майбарад. Шагеш расшири гебінде жерім закрымы шылчен сынав мелі бейрдет. Едарлы налук режиме ваягин рембе нумайда вағыт иртмері. Апла булинде Чувашинре вандвады бінде шерхері ғолды хый дэллен эшлеген ешуда елне. Мазен день шурры итла республика райшлет. Пирин регионда регистрацилензе шержыван теп хулинже, Мускав облачинже, Санкт-Петербургра тада Тышерге вуйгураган земге бур. Шав вохотрах Мариэлда Тутарстанра чулхулара бурнаган твачири яхын шин Чавашин речле сине палыртна. Шубашкарда, шене Шубашкарда, Сандерварибе Шубашкар районе зенде ядарлы налук режим бешле стеген зем ытларах икен. Республика Кларамвалли Алина Сусметова, Бахтияр Вилиев.